Новый экзотический лук «Ледяной изгиб» стал доступен игрокам с выходом дополнения «Конец света». Получить его можно из сезонного пропуска на первом платном или на 35-м бесплатном уровнях. Основной перк лука – «Шквальный град». За киллы из этого оружия вы получаете стазисные стрелы. Все накопленные такие стрелы выпускаются за раз при следующем неприцельном выстреле. Поражая цели, стазисные стрелы замораживают их, а попадая в элементы окружения, создают кристаллы стазиса. У лука также есть катализатор, который можно получить за поручение у оружейника Банши. Вставив его в экзот, вы получите перк, благодаря которому замораживание цели на короткое время увеличивает скорость заряда стрел. Я небольшой фанат луков, играю разве что с тройственным гулем обычно, но мне сразу бросилось в глаза, как много этот лук генерирует кристаллов стазиса. И какие возможности потенциально открывает для тех игроков, кто хочет собрать себе прикольный билд на стазисе. Плюс удобно, что заряды стазисных стрел возвращаются и от выстрелов по самим кристаллам. Уверен, что у этого экзота найдутся свои фанаты.